Всем добрый день. Это питомник роз Полины Козловой. Март 2019-го. Я снимаю видео по просьбам. Мне такой вопрос задали интересный. Как правильно выбирать саженцы? Для меня это вообще как бы очевидно. Я так понимаю, что для многих людей это как бы вопрос вопросов. Все почему-то кричат, что вот должны они быть огромными саженцы, просто вот мега огромными. А маленькие брать не хотят. Что маленькие они там худые, дохлые. Ну, в общем, сейчас расскажу, как правильно выбирать саженцы. Во-первых, если вы выбираете саженец весной, то есть это все саженцы прошлого года выращивания, это не весь сезон зимний, хранились где-то в прикопах или в холодильниках. То есть вы возьмите саженец в руки, и в руках вы должны его чувствовать. Он должен быть тяжеленький. То есть когда саженец напитан влагой, то есть у него все внутри в порядке, у него вес имеется, то есть вы ощущаете его в руке. А когда вы берете саженец в руку, и он легкий, мега легкий, просто как пушинка, значит, влаги в нем практически нету, то есть он пересох. И это очень плохо. Второе, на что стоит смотреть? Это стоит смотреть на надрез. Вот я взяла первые три попавшиеся с бирками, чтобы не перепутать. Ну, сейчас попрошу девочек, чтобы они отрезали. Ну, вот на самом жирном, вот на этом отрежь. Вот. Во-первых, вы слышите звук, да, что вот прям вот хруст. А во-вторых, вот если кончиком секатора в надрез, скажем так, потыкать, там все будет плотно. То есть там нету такой ватообразной субстанции, как, не знаю, по-другому сказать. То есть в надрезе должна быть плотность. Ну, как бы вот, я надеюсь, вот так вот видно, что там прямо древесина. А когда в середине вот такая вот вата, прям нажимаешь, она мягкая-мягкая, и саженцы обычно такие легкие. Это значит, саженец был в течение сезона летнего перекормлен азотом. Вот такие саженцы очень плохо себя ведут. То есть они плохо приживаются и потом болеют очень часто. Я не знаю, зачем люди столько азота, скорее всего, по незнанию при выращивании туда запихиваю, другого слова не могу сказать. Так, по поводу того, большие или маленькие. Ну, во-первых, все зависит еще от сорта. Если сорт сам по себе крупный, плетистый или какая-то парковая, либо чайно-гибридная, очень большая роза, у него, в принципе, не может быть маленького куста. Ну, то есть, как бы, она большая. Либо есть сорта как бы мелкие, то есть почвопокровная, например, или бордюрка. Вот почвопокровный Red Velvet, у нее веточки, они в принципе тонкие. На второй, на третий, на пятый год жизни они всегда тонкие. Они толстыми быть не могут. Они могут быть толстыми только в том случае, если, опять же, их перекормили какими-то стимуляторами. Обычно такие саженцы долго не живут. То есть вот сейчас вот маленький саженец, ну как по сравнению, вот у нас один саженец, вот это вот светленькая, это аква, а вторая вот огромная, это глория. Но глория в принципе, она всегда большая, она не может быть маленькая. Саженец, конечно, может быть немножко меньше, чем этот, но саженец всегда будет крупненький, потому что сорт большой. Так, вот это саженец бордюрной розы. Ну, можно было бы, конечно, его простимулировать и догнать до такого же состояния, но опять же, не хочется терять клиентов, потому что саженцы, которые напичканы разной химией, азотом, в основном азотом, они обычно долго не живут. А саженцы, которые выращены в нормальных условиях, они имеют плотную структуру вот, веточек, и они как бы вот, ну, реальную их величину. Так, еще многие смотрят на корни. Что вот корни бывают черные, бывают белые, бывают там серые. То есть если саженец живой и уже тепло, на корнях образуются маленькие беленькие всасывающие корешки. А сами корни шиповника, а нижняя часть – это шиповник, на который привита роза, они могут быть разные, потому что все зависит от сорта шиповника. Есть сорта шиповника, у которых корни всегда белые, есть такие сорта. А есть сорта шиповника, у которых сразу корни либо коричневые, либо черные, то есть основные. И их никак отмыть даже при желании невозможно. Они не могут быть в принципе белыми, потому что это такой сорт. Для каждого региона подходят свои сорта шиповника. Потому что я вот много раз убеждалась, выписывая и покупая розы, именно новые сорта заграничные, они привиты там на лаксу и еще на какие-то шиповники. В наших регионах розы на этих шиповниках не растут. То есть куст сидит и не показывает своей высоты. Только стоит его перепривить на шиповник, который идет в нашей местности, и роза показывает то, что обещал производитель. Так что цвет корней изначально
значения не имеет. Белые корешочки, да, должны быть, но опять же, когда на улице тепло. Корневая система начинает работать, когда почва прогревается до плюс 9 и больше. Если на улице холодно и земля холодная, белых корешков там практически не будет. То есть ближе к весне. Ближе к весне тепло. Опять же, вот развитая или неразвитая корневая система. Бывает корневая система, так называемая лапша, и бывает корневая система морковка. Все хотят лапшу, потому что она пушистая, ее много. Опять же, это зависит от сорта шиповника. Шиповников очень много, и та, и другая корневая система, она имеет право на жизнь. И в разных регионах такие розы с разными корнями, они могут быть прекрасно жить. Все нужно смотреть. Опять же, в основном везде местные производители, и они в основном уже всем известны, кто и как и на чем выращивает. У нас роза выращивается на конине, сорт донецкий бесшипный. Ну, вот примерно вот такая корневая система. Иногда бывает, когда очень большая засуха, бывает корни в виде морковки. Сейчас могу показать, где бы такой найти. А вот сейчас, секунду. Я извиняюсь, у меня здесь рабочая обстановка, веники и все остальное. Вот. Вот. Как бы идет один центральный корешочек, а от него идет разветвление кучи маленьких корешков. А вот такая корневая система называется лапша. То есть центрального корня нет, а сразу идет разветвление. Это все зависит от типа почвы. Где-то у нас на участке, у нас на участок разделен на две половины. Верхняя в основном каменистая, и на ней в основном вырастают вот такие вот морковки. А нижняя более плодородная, потому что оклон большой. Вот на ней вырастает вот такая лапша. Один участок, одни и те же шиповники, одни и те же руки прививают. Но вот такие вот разные саженцы. Такое тоже может быть. От почвы тоже много зависит. То есть, как бы, когда покупаете розу, выбираете, смотрите не сколько на величину, а смотрите сколько на плотность. Плотность саженца, плотность веток, его вес. Вот это имеет значение. Величина, ну, как бы, да, но, опять же, не критично. Можно купить очень маленький саженец, который во время выращивания, скажем так, может быть, и не поливался сколько нужно, то есть, ну, не догнали его до рыночных стандартов. А при посадке в нормальное место он себя покажет еще лучше, чем громадный, перекормленный азотом такой слон, громадный, вот такие саженцы бывают. А когда начинаешь его резать ветку, внутри сплошная вот вата, то есть саженец как такой будет очень много и сильно болеть. Ну, в общем, как-то так по поводу выборов саженцев. Если будут еще какие-то вопросы, задавайте. Будет время, отвечу. А пока всем спасибо и до свидания.